Всем привет! Меня зовут Юля, и вы находитесь на моем канале о вязании. В этом видео я хочу анонсировать скорый выход своего второго мастер-класса по вязанию вот такого милого песика. Я вообще задумала его как мопсика, но в принципе может быть просто собачка. Имени я ему еще пока не придумала, поэтому если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях. Я вот его украсила таким бантиком голубеньким, поэтому для меня это больше скорее мальчик, чем девочка. Игрушка довольно простая, вяжется легко. Постаралась снять, чтобы все было максимально понятно. Но, конечно, урок не будет содержать в себе уроков по вязанию крючком, поэтому вы должны уметь вязать крючком. Основные элементы, которые используются, это прибавки, убавки, столбики без накида. И, по-моему, вот в районе пузика вот здесь есть столбик, то ли полустолбик с накидом, то ли столбик с накидом. Ну, я это еще подумаю, этот момент. То есть в любом случае ничего сложного нет. Единственный у меня такой нюансик, что у меня собачка получилась трехпалая, то есть у меня три пальчика. Так как не хватало места, чтобы сделать 4, да, и чтобы они, ну, чтобы сохранить достаточное расстояние между ними. Но вы, если захотите, можете немножко видоизменить игрушку так, как вам нравится. Игрушка получается высотой примерно 22 сантиметра. Он сидячий, и сзади него есть еще вот такой хвостик. Сейчас покажу ближе. Вот такой маленький хвостик, как у мопсиков. Вот так он у нас выглядит сбоку. Да. Ну, в общем, вот такой замечательный малыш. Ну что, давайте вязать вместе?